Всем доброго времени суток. Что-то уже начало у меня вырисовываться. Делаем съемник. Снимать шрус на Renault Kangoo 2011 года дизель. Пробовал сбивать, не получилось. Решил сделать съемник. Делаем съемник. Уже можно тут из танка снять будет шруса. Металл на эти вот тяги, что будут держать у нас еще и вытягивать. Шириной 3 сделал. Толщина этого металла 1,2 миллиметра. Ржа снялась, так стало менее, было больше, даже 1,3 почти. Там уже заехал, о, 1,29 где-то. И такая вот шайба. Шайба у нас получается 68 миллиметров, 68 внутри, 31 почти. И что нам уже это вот, я такие вот вынял по длине и сюда вот под углом, и будет эта штука круглая шайба, сейчас я покажу. Будет привариваться так. Опа! Это бляха. Просто стоит на магнит он снизу так. Упала. Получится у нас где-то вот центр. Даже чуть ниже. Так. Итак. Вторую приставлю сразу, чтобы не падало. Во. Получается у нас между краями 14,8. Здесь вот получается между, уже где за гранату будет заходить, 8,7. Сейчас выставим. И тут 8,7. Вот более-менее параллельно. Завтра будем делать сзади часть. Сюда. Так вот, две пластины. Сверлить дырки в этих направляющих. Именно под мой шрус просверлю. Потом еще дополнительных можно. И можно будет использовать эту штуку в качестве прессика какого-нибудь. Поставить сюда гайку шайбы с обратной стороны, с этой вот внутренней, и отсюда болтом жать, и будет прессик. А снизу на эти вот что, губки будут, губки, так можно площадочку такую, и будет пресс. То что металл толстый, не то что в магазинах продают, тут 1,2 миллиметра шайба, это двадцатка толщина, именно двадцатка. И сюда хочу две пластины сделать, так вот, эти что пластины, буду делать из 20 на 40 стального профиля. Главное его только просверлить, то что там сталь хорошая, сверлится плохо. Так получается вот 15 сантиметров, и тут у нас получается без малого 15, значит и тут надо так выставить мне. Но это уже завтра. Повыставляю ровные углы везде, все поприкрепляю струбцинками тут, и на этой же пластине буду и варить. Пластина железная, ровная и жесткая. Выставлю все, прижму, правда буду варить, когда уже туда планку эту сделаю зажимную, чтобы на оси закреплять, зажимать. Сделаю, просверлю, размечу все и зажму, а потом уже привару полностью. Привару эту часть. Думаю, может не отломиться. Получается 2 сантиметра будет вот сварка здесь, здесь и снизу. И еще внутри капли покапаю. Это получится внутри на 1,2. Ну и тут его обвару. А может снаружи не буду трогать, то вид попортится, да и будешь крутить, да, это, чтобы не цеплялось.
посмотрим, что выйдет. Если будет мало жесткости, то можно еще что-то придумать. Даже не это. Что тут думать? Вот сюда. Такие вот. Хоп. Выточки. Треугольные. С таким вот радиусом. С этого самого металла у один. И два. Сделать так еще. Косынки. Сюда косынку и сюда. Будет уже тогда зверский съемник. Я так прикинул на гранате, получается, эта часть и это нормально. Ну тут, когда начнешь крутить, может до сюда дойдет, но не будет упираться. А будет так внутри. Шлифану еще чуть-чуть возьму на наждаке. Сюда больше таки полукруглый радиус сделаю. И здесь полукруглый. Ну, такая работа. Можно, в принципе, и купить, но там продают. Глядел вчера на сайте, не очень такие, чтоб и крепкие, сварка накапанная, что совсем тоненько. И стоит 60 белорусских наших рублей, это $24. $24. У нас в деревне заработать это надо 2 дня ездить к фермеру. Платить по 20, по $10, можно сказать. По 24-25 рублей. Так раз $10. Работы особо нету, так что сделаю лучше я сам. И так запчастей понакупал, там смазки того сего потратился. Так что съемник уже потиху сам склепаю. Я не спешу, сегодня вот это сделал. А завтра сделаю вот эту часть еще. Там что будет надо? 2 пластинки отрезать. Это не проблема. Главное их просверлить и выбрать же эту вот фиговину. Под ось саму. Так вот я думаю, наверное, сразу. Ну, короче, подумаю еще. Сразу под ось выбирать выемку, а потом сверлить. Скорее всего, так и надо. Выберу выемку под ось. Да, засверлю. Какую-нибудь найду трубу. 30-ку. Запхну. Хотя там получается ось 32 с той стороны, а тут 30. Это напуск 31 сделал, так 1 миллиметр, чтобы люфт был. Получается здесь 30, а здесь 32. Какую-нибудь трубу проточу с одной стороны. 32 будет, а с этой 30, чтобы запхнуть сюда. И будет направляющая. Зажму ее, проточу все это дело. Вставлю сюда. Потом посверлю уже отверстие по шаблону. И привору все это дело. Следующий будет у меня выпуск уже, когда буду снимать шлюз, скорее всего. Тут основная работа, можно сказать, сделана. Это вот эти вот плечики два и вот эта вот хреновина. Ну а пластину уже это не проблема. Проточить, чтобы под это было. Можно даже придумать так, что... Там надо, чтобы под шейку было, где пыльник крепится. Это и под шейку, чтобы как бы фиксировалось на оси. Но это надо фрезер, это по металлу. У меня фрезера то нема и не будет, наверное. А вот, думаю, сделаю эти полукруги, выемки. Да туда у меня есть с УАЗика вставляться, что на рулевом. Ой, латунные втулки такие. 25 в диаметре. Я их распилю, как раз в эти полукруги встанусь, поставлю. И они как бы металл там медь какая-то. Больше такая на бронзу похожая. Красно-желтая. Короче, бронзовые втулки эти. Возьму, распилю, поставлю. И они, когда зажмутся, бронза, думаю,
получше, чем сталь к стали приляже, бронза лучше приляже. И будет съемник. Ну, я думаю, этот съемник потом в будущем, шрусы, что не каждый день снимаешь, думаю, его использовать в качестве дисков. Будет так вот стоять, например, ну, наоборот, это поставить, чтобы показать две стойки. И если сюда внутрь гайку и болт, ну, ключиком поддерживай, крути, 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 дай прессик. Снизу здесь будут ограничители стоять с дырками, эти, ну, прижимные планки. И можно будет вверх-вниз передвигать, что-нибудь да можно запрессовать. Мелкий подшипник, или что. Короче, такая вот получилась у меня сегодня самоделка, можно сказать, почти. Даже расстояние можно так замерить сейчас. Не так, как варится, он будет стоять, а даже так. Оно вырисовывается расстояние 15 сантиметров. Ну и внутри. Внутри 9. Граната у шруса 8, а здесь 9. Даже чуть-чуть меньше. Ну, проходит спокойно. Если какие-нибудь другие, когда автомобиль будет, да, не будет подходить, так можно еще вырезать. Тут металл толстый. Оставить потоньше, да и все. Ладно, буду заканчивать. Всем удачи. До свидания.